Всем привет! Вы на канале Жить в Краснодаре. Сегодня мы везем наше маленькое приблудшее чудо в Краснодок. Неделю она у нас уже находится. С самого утра, сегодня суббота, вот с самого утра поехали. Нам сегодня в обед нужно уехать на несколько дней. Наших-то кошек соседи кормят. Мы им там даем пакетики еды, они утром и вечером кормят. А вот это вот маленькое чудо, бедное, несчастное, его надо, ну, как минимум 4 раза кормить, глазки обрабатывать. У нее загноились лапки, тоже вот как коленочки на задних лапках гноятся сильно. Все нужно обрабатывать. И мы пока будем ездить, она погибнет. Ой, так что вот так вот везем ее в Краснодок. У нас же в Краснодаре есть приют для животных. И они принимают уличных несчастных вот таких вот животных. Мы не созванивались с ними, потому что они с 10 работают, не отвечают. Везем, вот сразу уже везем. Вот такую мою девочку маленькую, такую. А ее вот на ручки берешь, она до такой степени ласковая, что все, она сразу вот, сразу моя девочка. Вот. Такая сразу, такая готова тебя всю исцеловать и прижаться к тебе. Возили мы ее в ветеринарку. У нее, в общем, заболевание с глазами. У нее один глаз вообще не видит. Он, получается, усох. А второй глаз видит, сказали, процентов на 30. Это какое-то заболевание. Она уже им переболела. И это уже вот этот вот гной, который постоянно... Ну, он там не гной, если каждый день его 2-3 раза протирать ей, то это просто будет как мокрые, я хлоргексидином протирала, это будет просто как мокрые глазки. Еще у нее интересно зубки, вот клыки верхние, они растут не вот так вот, а вот так вдоль челюсти растет. И очень-очень худая она, ну это, то есть у нее от истощения еще могут быть разные там патологии, так скажем. Но мы ее подкормили немножечко, она хоть немножечко уже стала похожа на котеночка. Я ее обработала от глистов, нет, от вшей. И вот через 3 дня надо от глистов обработать. Вов, надо не забыть в Краснодоге сказать, что мы ее обработали. Вот мы ее отвезем. Девочка с Яблоновки обещала нам тоже ее пристроить. Мы бы ее, конечно, у себя бы не оставили, потому что, ну, куда столько, тоже всех нет. А так она бы стала, конечно, замечательным бы другом. Она такая ласковая, такая нежная вообще. Такая прям ласточка маленькая. Очень надеемся, что мы найдем ей хорошую семью, будут ее любить и ласкать. Это кошечка, да, она трехцветка. Такая вот девочка моя. Расскажу вам потом, как мы съездили в Краснодок, что нам сказали там. Можно отслеживать, говорят, что там можно отслеживать судьбу животных. Я надеюсь, что все у нее будет хорошо. Сейчас мы Красная улица подъезжаем. Сегодня жарко, с утра уже жара такая дикая. Просто. Да, нет, с утра нормально. Сегодня ночью было так прохладно, 18 градусов. 15. Даже 15, да? Классно, так я пледиком уж накрывалась, прям очень комфортно было спать сегодня. Да. Красная улица. Всем пока. Будем следить за жизнью нашей малышки. Посмотрели, у нее нет, у нее ни лишаев, ничего у нее нету, так что можно ее смело гладить. У нее маленькую красавицу.